сомалийский, кто это? Не знаю, кто это. Вовремя сбор. Вот пока собираю, что я думаю, 3 минуты. Если что, путаница в данже, можете шкаф ставить. Так у нас магик первым. Да. Только если мне сейчас позвонят, то я уйду сразу другого будете искать. Уходи, дверь закрой. Ну, 5 минут не прошло. У меня теперь другой. Закрой за мной дверь, я ухожу. Блять, а почему вы плюсуете по 100 раз? Вы что, дурочки и что? Это так, ты просто пригласишь их несколько раз. Mm-hmm. Так будет быстрее. Не могу пригласить члена другой группы. Снапикс, вряд ли. Тянуть четвертая карта. Потому что пока что ты слабенько одет. Так, посмотрим. Надеюсь, ты сейчас запы опять ретрику не отдашь с РПБ на тест? Или можно не... 10к давал, конечно, интересно. Так, я не знаю, сомалийский кто такой. Я не знаю, что... Танк РПАЛ. Новенький. Танк, это я. Так. Присты, пишите, какие спеки хила у вас. Обычай в холике. Войну за ПЦ. Так. Танки будут. Я не пойду. Стурка. Нар. Ретрик сомалийский, сколько даешь? 10, да. ДДшников очень мало у нас. Смотри, там Бокус, Верли, Экси хочет. Я так понял, она, наверное, печеньку хочет себе. Мне ничего не надо, у меня все есть с этих инстов. А лок есть у тебя? У меня есть, да, демон лок. Но только я не умею на кубах стоять, я никогда не стояла. Кто-то ухнулся, вар. Кик. Он зашел. Да нет уже места. Так, теперь посмотрим, плюс что там спан. Один маг, один кот, один шаман. Всего лишь 3 человека диспарящих. Это говорит о том, что мы не убьем короля. Не, втроем диспарить вообще никак.
Ну, вообще как мы вдвоем надо? Проходили и вдвоем диспелили. Просто грамотно прожимки танки дают, да и все. И не падает. Ты понимаешь, что мы не успеем задиспелить до второй волны? Ну, я же говорю, прожимки грамотно даются, и все, вы успеете задиспелить. Не будет рейд падать. Из-за прожимок там не такой дамаг вносится. Ты не понял, наверное. Будет первая волна. Мы не успеваем, не будем успевать ее снимать. Будет вторая тут же. Ну, и, соответственно, с каждой волной будет только сильнее накапливаться. Насчет накапливаться я не знаю. Оно не накапливается вроде, оно просто обновляется. По крайней мере, так работало раньше. Сейчас не знаю, может, поэтому я взял карочку. Кик, ты тут? Вар, что ты офишься постоянно? Бери Бокруса, пусть да, он тут, покончит тут, за место меня. Какая разница, у него-то танк есть. Да нет, тут фулрейд. Ну так, Бокруса за место меня. Пусть он танчит, да и все. Аквамарин, ты в Нисе? Хочет. Да, я тут. Сколько хантов даешь ДПС? Где-то семерку, но я в том, мы стояли, я на кубах стоял, и мы не вайпнулись, поэтому думаю, я на куб поставить. Вот, если нужен диспеллер, я могу, в принципе, шамы зайти. Ну, чё, что времени нету диспелла? У шама есть диспелл. У нас так пока 6 хилов. Нет, ну вы говорите мало дисплееров, я предлагаю ваши. Так, значит, восьмая группа. Не попадаете в рейд, потому что слишком много людей, и рейд на 25 человек, а не на 40. Смотрите расписание. И что ты... Может... На замене Алло. И что, что ты был в рейде? Это не говорит о том, что ты пойдешь в рейд. Посади меня на замену за ЕП. Кто? Мне все равно шмот тебе нужен. Редвар, посади. А нам нужен твой ДПС. У тебя все равно сейчас рейд фул, а я как бы за ЕП посижу, мне как бы все равно. Ну, когда не хватает людей, когда... и прессуют 40 человек, то это говорит о том, что ты пойдешь в рейд. Логично. Кто может поменяться? Микстурка, ты уйти когда можешь? Ну вот мне звонят, и я ухожу. То есть это я могу сразу после магика, например, не знаю. Это 100%. Да, может и после груля, я не знаю. Мне только звонок будет, и я сразу. Так, ну ладно, идем так. Остальные пойдете во второй рейд. Тык-тык-тык-тык. Это легендарный стук по столу. ДЦ не здесь. Там только ДЦ остался.
Дай, Грин, тыкну. Или ты отошел? Шкаф пропал. Да. Да, если я слакну с моими фризами. Ну я не знаю из-за чего. Я пойду. Чего? А, я уже стою на пути. А это сейчас как, печеньки по роллу или по ИП? Меня слышно? Да. А, ну. Так это печеньки по роллу или по ИП? Который на Т4 по ЭБКП, которые обычки Т10 по роллу, вроде как. Да? Да? Нет? Или по 200? Кто мне кто-то говорил, вот, пароль, что ты не паролишь? Когда... По ЕП 200 ЕГП за печеньку, точно. Больше там писал. Ну, понятно, ладно. Будет моей вам лёгкость.
У меня нету доспека. Там Авинар, Бокрус и Волмен в танках. Войд, на... скажи, пожалуйста, для танка чем отличается обычка от героев? Откидывает то, что в лужу спиной нельзя стоять и ловить трэш? В смысле, у вас три танка? Авинар, Бокрус, Волмен. И вам 4 надо. Понял, извини. Я думал, надо... Сколько? Шеддер, ты... Спасибо, Шеддер, с 5 минут сегодня. Ой, блин, у меня Мактиридон альбинос. Это из-за чего? Текстурки багнулись. Это у всех? Нет. Да. Это расизм, кста. Вспышка. Ой, там трусы сдохли на кубе. Тромб еще сдох.
Убей босса, а демонов тогда потом. Да. Не будет кубов. Кирилл, да, гейм на ману? Я давал уже. А что? Рыбу ловить. Буду ломан собрать. О, кстати, Кару Гер, да, я бы сходил. О, да, можно Кару Гер. Я могу 4 первых боссов в ДРЛ, а потом я не знаю ничего. Да, на копыта. Но там медвей нужен, по идее. Микстурка что же знает? Там нужен уже мидвей, там достаточно будет анхолика танка, чтобы шевелиться. И вообще можно не париться. Вот решил на Даниэле ПВЕ по максимуму обмазать.
сильнее будет. Кого? Силка. Ой, я могу написать ролл и забрать себе, но мне не надо. А тебе не сложно так искать, кто по приору первый? Оставил бы табличку, было бы легче. Ну да, ты. Выше тебя Валтер, Виби и Далин. А они вроде не ролили. Это Шаттер Войд. Релл кидал. Всего тебе хорошего. Я что-то и забыл, что еще грунт. Сейчас челом в Долорант. Самый скучный босс в игре. Король. Я просто челом в Долорант порт открыл. Забайтил. Ладно, пробегу 10 метров, чё. Много букв что-то. Как прочитать вот бонус от двух других классов? У меня за экран выходит. Там даже комплект 4? Как ты это сделал? У меня, ну, такой, нормальный. Может, надо что-нибудь порыться в настройках? Груль. Король, чернокнижник. Ол. Призыватель. Мы сломали Войда, несите нового.
Че, Кирюх, пойдем сегодня кару пробивать на освоение? Я не хочу. Да ладно, тебе весело будет. Нет. Зачем ходить на освоение, если контенту именно карригер на сервере куча времени, есть люди, которые знают тактики? Можно просто... Ну, возьмем одного такого бойца и все. А есть такие? Я узнал так. А ну, ты вот пойдешь с нами в карригер? Наверное. Тогда давай. Долгонок анролл. Но мне не нужен. Я шучу. Там пацанам нужен. Я все кринфиловскую забрал. С меня уже сняли. С кем он бывает? Как хорошо, когда твоему ДК ничего не нужно в карьере. Ненавижу этот мест. Карагер шедевр. Это просто выкинутый день. Может, кто-то играть не умеет. Сбивайте касты жрецам и их заливайте первыми. Чоп с ДК, бей крест и сбивай ему косты. А чё так они понял, звучит? Когда ты 4 по ЕПГП или по ролу? По ЕПГП. А ты 10. Оп. В смысле, обычная печенька с Гера с ГП? Или хаймовская? Нет, хаймовская. А обычные... Войт, в Гере падают две печеньки, да, просто. Да. Геровская так, и обычная. Так, печеньки, пока вы там бьете трэш, слушайте, в общалку кидаю новый ДБМ, там где ОКО и ЗС. Качайте, все-все. О, слитая инфа от Асгардов. Вам по-любому вирусы распространяют. За это бан дают? За ДБМ на ЗСОК? Да, тебе лично. У меня ката 30 нету, как они мне могут дать бан? Проверяйте, ссылка есть. И сейчас у всего рейда винлокер. Да. Ладно, я все, люблю, давайте винлокер. Удачно закрывайте данжи. Там давай. Регистрация, не к случаю. Да, да, заходишь и тупо качается ZIP. Телефон нужно ввести, короче. Не-не, там только номер карточки моей, туда деньги кидают. Я говорю, номер карты надо свой ввести, потом код. Пан, кто скачает, у вас появится надпись на экране, перевести сколько-то тысяч рублей на счет Микстурки. Да, есть. Это хорош. Да, я вручную передаю.
Да, да, переодел. А я усилки перебросил, силы выносливать. И взял свой, ну, свои ветренники. ДДшные. Да, есть у меня ветренники. Просто у меня гораздо будет тяжело держать. И ключ есть, и стека есть. Одел, одел. Вот они. Так я не в Дисе была. Ну, косты ему, да, называют. Штан на него работает. Я купол могу дать. Я могу 4-4 одеть. Да, да, есть. Сейчас идем. Квадрат, квадрат. Сорвали на пол, дайте на Волмана, пожалуйста, Кигли. Почему я тупо один по ДПС? По урону, что происходит? Дайте на пука Волмана.
Если что, косты, которые такой щиточек обведен, они не сбиваются. Милики, не подходите вообще, не бейте никого. Столько же ГП. А почему роды в ДПСе, пацаны? А, у нас 5 РДД в рейде, я понял. Ставлю 2 голды на кружок. Да. Осуждаю. Ну, не знаю. Знаешь, мне удивительно, почему тебе виднее, натурал он или нет. Это вызывает больше вопросов. Понимаю. А может, просто он его сын? На подмышке. Может, ему нравится. Может, его папа в натуре. Может быть, это просто многодетный отец. Отец-одиночка, который кормит грудью вместо матери. Кормит подмышками. Кормит подмышками. Сейчас будет крест. О, пан. Пока. Я сказал, будет крест. Милики, не бейте. Ну, во-первых, от лыбы сдохнут. А во-вторых, их дамажат, когда они бьют. Там он 4000 урона от огня в ответ на получение удара в ближнем бою. Надо байтить будет. Не может быть. Мне кажется, это был баг. Проверь еще раз. Ой, а я чем сейчас занимаюсь?
Нахрен полетел. Смерть. Повезло. Сейчас будет квадрат. О. Физическая овца на Лоумане. Эпик. Эпохал. Это одно и то же. Нет, там, по-моему, мифы эпохальные. Но я помню, мы когда пытались доказать то, что это овца магическая. Да, эпохал и мифик — это одно и то же, просто разных языков. А вот сразу видно игрока актуала. А есть еще сложность поиска рейда. Да, кстати, да. Но у тебя же нет гильдии на актуале. Типа сложность поиска рейда, она легче, чем даже нормальная. Тут какие-то боссы забаганные. Это тоже таргет перебирает стоит. По жрецу играем, касты ему сбиваем. Вот видишь, Финка умер. Сыграли по жрецу. Ты врёшь. Без крита. Ха.
забрать или не забрать. А Войт все равно выше всех. Он с первого забирал. Точно. Табличку поставить. Да никакой Волман. Ну, если кому-то надо, кто... Вообще не Волман, это Войт. Да. Сейчас. Пока что Уйнузад перепал ниже, Шамаха. Шамаха, Волман какая ниже, Шамаха? Котлас, Котлас выше. 4, хлоу. Все правильно. Я вас всех обманул. Конечно, ты всех обманул. Я просто забыл проскроллить наверх. 10 человек. Нет, ты просто хейтер, тебе это нравится. Ты такой Волман. Почему он кто-то привел? Спроси, кто это вообще? Откуда у него 50 тысяч ПП, блядь? Кто-то ему нарисовал. Ай, Можно же Дайрин, ты в Дискорде? Подели рейд по частям. Все.
Я написал ему, что копирайтед байчула. Подожди, я нахуя профу качал? Не знаю, свою фразу придумай. Стырил у чулана. Стырил у чулана. У чулана все украл. Я, блядь, ты понимаешь, я эту профу, блядь, качал. Я ловлю по 8 часов рыбу в день ради того, чтобы говорить эту фразу. Так ты придумал бы лучше свою, лучше, чем у чулана. Это же еще интереснее. Не хейтер. Фу, ты какой злой. Ой, пожри рыбу. Ты выделяешься, бля. Она... Кик! Ты тормоз! Давай быстрее. Ну кто-то в центре тормоз. Ну, кик молодец. Он успел. Блять, справа милишники. Давай, кик успеет. Не успеет. Успел. Справа от миликов в центре. Он в огне. Треугольники закройте. Отлично.
Вар, смещайся вправо. Вар. Ромбик. Около босса заходит. Все, 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 не вставлю. Не то, что на огонь появился. А сзади в звезде. О, хорош. Опять звезда. Хил Бокрус. Войт, я слово скажу. Карочка, смотри. Ты когда, если на тебя дебаф, то бежать в рейд не, о, не надо в руки. Ты сейчас подумал, что типа умерла и все правильно сделала, но никто не пошел тебя спасать, потому что они видят, что уже стоит человек в руках, и поэтому они будут закрывать. Да стопни, ты не видел, мы стояли рядом вдвоем, на обоих дебаф было. Она прыгнула в медведя, зажала барку. Да, и все равно шотнула. Но шот, ну просто, если бы она не пошла, то любой человек, кто бы там стоял и смотрел, он бы видел, что там никого нет в руке. И он бы пошел закрыл. А так он видит, стоит Мишка. Он подумал, что это танк, и не пошел. И ее шотнула. Да мы вдвоем стояли, я тебе все говорю. Ну, это так просто. Я говорю, ты же Мишка. Они же не прокликивают людей. Они смотрят, Мишка, значит, толстый, значит, не умрет. Бежать не надо. Ой, тебе надо водить сюда, так рейд, и смотри, как быстро закрывал. Говорить, босса в босса поставьте. Берите белую, ой, черную, ой, вас наебал белый. Ну, вот это вот все. Че, десятки будем сегодня Да, Котлас первый. Да, Котлас 10, но у него нет 15 тысяч ИП, кстати. Ну, потихоньку.